В 2019 году возможен запуск программы «Прима Касса-4», которая предложит своим бенефициарам новые возможности. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Ион Кику. В июне 2018 года, когда решили с зачем реставрация правительства и парламента, мы будем готовы лансируем экстензию «Прима Касса-4». Nu o să vin cu multe detalii, vreau doar să spun că și aceasta o să fie un element pentru suplimentar de suport beneficiarilor Prima Casă 2 și va fi, zicem, într-o dependență de salariile care le primesc beneficiarii, astfel încât și aici să avem o corelare foarte bună între compensările care dăm la bugetul de stat și contribuțiile acestor beneficiari. На конференции министр финансов рассказал о преимуществах проекта и упомянул, что «Прима Касса-4» является продолжением проекта «Прима Касса-2», которым граждане остались довольны. Благодаря проекту более 1800 человек получили собственное жилье. Это бюджетники с различных областей. Актуальменте авем 64 бенефичар, который активизован в домене эдукации. Mă refer la Prima Casă 2, bineînțeles, 34 de beneficiari în domeniul sănătății, 14 apărare națională, ordinea publică cu toate statuturile respective, 85 de beneficiari, administrație 48, total actualmente la situația din 1 martie, adică care au primit compensații respective, sunt 259 de beneficiari. Стоимость недвижимости, приобретенной в рамках проекта «Прима Касса», составляет более 1 миллиарда леев, а вклад государства через компенсации составляет 1 300 000 леев. Напомним, что бенефициаром государственной программы «Прима Касса» может стать любой гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, официально работающий в госучреждении или частной компании страны, имеющий официальный источник дохода и обладающий первым взносом в размере 10% от стоимости имущества. На данный момент средний возраст граждан, получивших жилье благодаря программе «Прима Касса», составляет 31 год.